как одному человеку раз за разом удавалось ускользать из-под вашего носа. Если вы увидели этого человека, что, ребята, всем здорово, добро пожаловать на новое видео. Можно сказать, что это новый выпуск Half-Mods 2, и сегодня мы посмотрим такую модификацию из Стима для второго эпизода, как я понимаю. We're Long Alarm, то есть в переводе, если я, конечно, не ошибаюсь, годовая тревога или что-то типа того. Или тревога длиной в год, не знаю. Короче говоря, модификация в Стиме бесплатная. Все, кто в нее играли, практически отмечают то, что она очень хорошо сделана. В принципе, как оригинальная, так сказать, халфа, да. То есть очень проработана, детализирована. Ну, короче, очень хорошо сделана. Вот, сюжет состоит в том, что здесь действие происходит между вторым и первым эпизодом. Мы играем за того же самого Гордона Фримена. И нас преследуют комбайны. И вот во время этого преследования, пока мы убегали, мы, собственно, прибежали в какой-то... не знаю, заброшенный завод, к заброшенным шахтам каким-то, так сказать, и нам нужно убежать от них окончательно. Поехали. Модификация проходится, кстати, за 20-25 минут. Поехали. Начинаем. Угу. Так, ну что, берем сразу грай пушку. Вырубаем это дерьмо. Так, значит, нас преследуют. Подрубаем. ГОшники. Валить отсюда надо, ребята. Валить. Все, уходим. Быстрее уезжай. Окей. Кстати, прохожу я на трудном уровне сложности, да, так сказать. Упс. Что-то сейчас плохое, по-моему, произойдет, не? Ой, мать, ни хрена себе. Бля. 53 хп минусанули, обалдеть. Еще штурмовик прилетел. Вот это да. Да, неприятный сюрприз, конечно, ничего не скажешь. Ну ладно. Ну, сделано, кстати, на первый взгляд действительно очень красиво. Прям так реально. Очень приятно. Так, окей, хорошо. Блед. Готов. Повстанец валяется, зомби. Можете даже не вставать. Надо, кстати, бочку взять на всякий случай. Как говорится, вдруг пригодится. Так, окей, поехали дальше. Так, понятно. Да. Отдайте мою бочку. Так, вон, все, я вижу прям идеальное место для бочки. Все, отлично. Так, подключаем все, что надо. Эй, дебил! Нажми на рычаг, дебил! Мне лень туда идти, ну ладно, придется сходить, походу. Правда, как туда попасть? Есть только сверху как-нибудь. Не вентиляция, есть какой-то люк. Или что-то такое, ладно, неважно. Блин, вот мудак, а. Нажал бы на вентиляцию. Ой, господи, на рычаг. Там, не знаю, повернул бы его и все. Ну ладно. Угу, во, нам как раз сюда. Окей. Угу. Готово.
хотите выпить, уважаемый? Или сесть? На баночку, например. Так, 5 сек. Стой. Да блин, ладно. Так, ну пока наши основные противники это, в принципе, зомби. Хит-крабы всякие. Ух ты, какая красота. А, походу нужно эту штуку разрушить, нет? Ну-ка. Сейчас, подожди. А, вот оно как. О, нифига себе. Слушайте, а прикольно сделано, прикольно. А, не, наоборот, короче, да, понятно. Нужно было просто забор выбить и все. Слушайте, ну, сделано очень даже... Прикольно, прикольно. Так, окей, значит, лифт у нас подключен. Выходим отсюда. О, красота. Угу. Ёптель. Моптель. Так. О, давайте-ка скопаем парочку зомби. Так вот, хоп. Чуть не копается нифига. Хит-крабище сидело, поджидало. Понятно. Так, ну, судя по всему, эту дверь надо как-то открыть, и вот это вот говнецо надо как-то отсюда убрать, но... Пока непонятно. Смотрите. Опять наблюдаешь, сволочь? Передергиваешь на меня свой затвор, так сказать? Свой ствол? Который у тебя в чемоданчике находится, а? Беспризорник. На тебе ведерко. По щам. Ой, что-то ему, походу, не очень больно. Одному не входить. Комната для двоих, как минимум, да? Ясно, ясно. Эй. Да блин. Ну, скушай, подавись, сволочь такая. Так, баночки, баночки, баночки. Овощня мертвая. Так, вот еще одна такая же штука. О, ну-ка, подождем. Сейчас они все сгруппируются, все сгруппировались, поехали. Нет, вот еще один идет. 5 секунд. Все, поехали. Отлично вообще. Обалденная штука. Стой, погоди, на, вот еще одному. Да пошел в жопу. Ирод вонючий. Тихо. Осторожненько. Прикольная штучка. Очень прикольная. Так. Ну, сделано, конечно, все неплохо. По крайней мере, маппинг, детализация, все очень круто. На высшем уровне, так сказать. На, походу, сюда. Не, нифига. 5 сек. Так. Вентиляция, значит, та самая. Не знаю, можно попробовать, конечно, допрыгнуть как-нибудь. А, нет, подождите. Все, понятно. Ну, граната. Окей. Угу. Так, ну-ка, дайте-ка мне эту срань. Здравствуй. А, нет, не надо.
Он сейчас сам самоликвидируется, так сказать. Вкусно? Покушал? Приятного аппетита. Так, ну играется пока очень даже легко, в принципе. Упс, надо поосторожнее. Шоколадный камнепад! Ребята! Опа! Ха! А вот и комбайн, да? Все, ребята, походу преследование закончилось, нас догнали. Какая попа боль. Так, что такое, уважаемый? Я вас не заметил. Отлично. Приготовились. Еще раз приготовились. Ядрить она скрипит. Ее бы смазать, я не знаю. Хоть чем-нибудь. Какой-то там не очень хороший звук. Так, поскольку здесь валяются гранаты, здесь, походу, надо куда-то их закинуть. Скорее всего, вон туда. Да, окей. Ну, прикольно, прикольно сделано пока. Если бы сейчас до сих пор были зомби, то, конечно, бы геймплей наскучил очень быстро. Но появились комбайны. Это очень даже круто. С ними будет повеселее. Будем откровенно, так сказать, чем зомби. О, красавчик. Стой, 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 стой. И ты вдай в пропасть газуй. Он живой остался, кстати, судя по всему. Сволочь такая. Так, куда вообще все это ведет? Ага, складец. Не хотите выпить? Так, подождите. Блин, сука, все бутылки разбил. Это все из-за тебя. Кто-то с кем-то перестреливается. Так, окей. Хуч! Прям по-обчански тебя, а? Обмуафим. Комбайн, а? Добро пожаловать, хентай, комбайн. Сволочь, сейчас мы тебя обмуафим как следует. Пометим, так сказать. Обмуафили лично мы. Бутылочка опять. Это что ж такое? О, батарея. О, обожаю. Понятно, в чем причина. Скорее всего, нужно найти кабель, либо спипихать вон тот и присобачить его вот сюда. Да что такое? Так, где моя батарея, блядь? Отопление подрубил. Вот дерьмо. Вот дерьмо, вот дерьмо, 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 дерьмо. О, ребята, тише, тише, тише. Тише, друзья мои. Друзья, вы что? Вы что, не видите? У меня всего 4 хп. Вы что, звери, что ли? Съебаем сосу скорее. Понятно, понятно, понятно. Ладно, попробуем еще разок. Так, ничего то, что тут сразу две музычки играют. На заднем плане, не? Это немного не айс. Так, внимание. Ура-шура! Не-не! Быстрей, быстрей, быстрей! Бля, все капец.
Да какого хрен? Так, хорошо, попытка номер три. Как мы знаем, дорогие друзья, Бог Троицу любит, так что я думаю, на этот раз все будет нормально. Блин, опять там музыка на музыку наложила. Это что ж такое, а? Так, вон, вон. Бля, да что такое? Уйди. Уйди, противный. Да, конечно. Так, ну чё, греночки, значит. Блять. Одно хп. Я чё-то даже не понял, кто у меня гранату киданул вообще. Откуда она прилетела? Кто ее родил? Блин, там, походу, бесконечный спавн еще стоит. Ой, ой, ё-моё. Кажется, дорогие друзья, мы приехали. Вот. Ну сдохните, все, пиздец, последняя граната. Упс. Ты что? Что-то здесь пошло не так. Ой, блин, аптечку бы найти. А где шотганер? А, понятно. Умно, умно. Очень-очень-очень. Угу. Блин, там все-таки, походу, бесконечный спаун стоит. Твою же мать. Уходим, 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 уходим. Сейчас будем греночками кидаться. Все равно у нас, считай, бесконечно их. Так, блядь, да что ж такое? Хотя не, походу не бесконечный спаун. Все нормально. Все отспавнились, всех отмудохли. Можно идти дальше. О, красота. Так, походу туда нужно тоже гранату кинуть. Да, действительно. Ну чё, погнали? Все, запускаем. Так, все, мы ничего больше не упустили. Там какие-нибудь, не знаю, аптечки. Так, все, уходим. Самое время сваливать отсюда. Итак, ребята, добро пожаловать на поверхность. Не, на самом деле все сделано очень качественно, очень красиво. Опять же, ребята, если будете проходить этот мод, советую вам проходить на... Советую вам, ребята, проходить на самом трудном уровне сложности, так сказать. Ибо будет намного интереснее. О, нифига себе. Поехали. Не очень хороший звук. Патрулируешь, зараза такая. Да уж. Какое уютненькое местечко. Ай, черт. Дорогой друг, пожалуйста, извольте сдохнуть, и ты тоже. О, сука! Так, что-то я не понял, а чё они не едят-то их? Его, ё, водку. Да. Опа!
Блин, промахнулся, черт возьми. Стреляйте в меня, когда я целюсь. Я ж промахиваюсь, сволочи. Патроны просто в никуда уходят. Нехорошие вы существа. Так. Ну, красиво, конечно, сделано. Очень красиво. Это что, какой-то тайник, что ли? Или что это такое? Бочка валяется. Это непонятно зачем, потому что в таких узких пространствах ее юзать не очень, так сказать, рентабельно. Либо никакую стеночку заденешь. Чуть-чуть. И пиздец! Да горит уже, сволочь, все, окей. Так, аптечки, 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 аптечки. Это говно не ломается? Угу. Эй, ЗОЖ, мать его, не пьем. Так, там еще что-нибудь есть? Да, ничего нету. Один ящик. Это все. Слушайте, походу это все. А, нет, нифига. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так. Может, там все-таки что-нибудь еще можно найти? Да. Ясно, понятно. У, блядь, осторожней. Альянс сосать. Уй, блядь. Капец, на карку. Чуть сам не всосал. Горящие бочки. Так. Нормально. Погоди, мой милый друг. Стой на месте. Что такое? Так, ну все. Ищем всякие аптечки, ящики, тайники, я не знаю, все что угодно. Потому что 53 хп это вообще не айс. Если честно. Так уже получше. Так, берем. О, базука. Хотя бы ракетку дайте. Давай, РПГшка, давай, давай, давай. Ай, нет. У меня слишком слабая игровая пушка. Слишком короткий, так сказать, луч, чтобы достать то, что мне нужно. Так, ну что, как я понимаю, сейчас нам надо вырубить поле, достать РПГшку и, собственно, сделать свое дело. Так, опять нужно гранату закинуть, да? Поберегись! Да и... Ну как вообще качается туда-сюда. Так, ну что, смотрим, смотрим, смотрим. Ага, все, окей. Ой, фу, бля, пошел вон. Лучше бы гранату достал. Я бы в эти ящики киданул. И сэкономил время, чтобы их не разбивать. Ух ты. Какой щедрый ящик. Станция 12, прием. Говорит Гордан, мать его. Гордан Фриман. Срочно нужна поддержка с воздуха. Ой, ебать, какой звук отвратительный. Тактика у нюк! Incoming! Бля, вот. Вспомнил Modern Warfare 2, блядь! Ну чё, сука, готов к смерти, ты уже дымишься? Рановато ты, рановато.
Мэр, ах ты с... Ой, блядь, куда он попал? Ах ты, пидорас. Ах ты, сучара, 24 хп оставил. Беспризорник, что ты делаешь? Все, мне пиздец. Уходим, 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 уходим. Мяу. Ха-ха-ха. Сука, умри. Все, походу, вот и конец модам. Тревога длиною в год. Да. Или годовая тревога. Не знаю, как правильно. Ну, ребята, такая вот маленькая модификация. В принципе, все очень хорошо сделано. Видно то, что модификация действительно сделана, как и говорили в комментариях, так сказать, на уровне оригинальных частей второй Half-Life. Вот особенно эпизодов, так сказать, да. Второго эпизода. То есть, в принципе, все сделано очень круто. Геймплей, ну, такой, знаете... ну, нормально, нормально. В принципе, модификация очень хорошая, чуваки. Советую вам пройти, если вы не проходили. Я думаю, что вы не пожалеете. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока, удачи. Ждите новых видео. Пока-пока.